Приветствую вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Как я готовлю почвосмесь для посадки картофеля в мешках, чтобы получить ранний урожай картошечки. Для этого мне нужно половина 10-литрового ведра кокосового субстрата. И нужно же столько, тоже половина зерновой земли. Пришлось сейчас уже насеять, свеженькая земля. Плюс к этому нужно обязательно добавить еще удобрение. Для получения одного ведра вот этой почвосмеси, для одного мешка, я беру горсть древесной золы и сюда же добавляю еще горсть. У меня есть вот такой специальный пруник, долгоиграющий. Тоже горсть вот на это ведро. Теперь все это перемешиваю хорошо и отправляю в мешок. Вот здесь находятся уже мои мешки с почвосмесью для моей картошечки, для рассады картофеля. Здесь будет почва созревать. Будет как раз вот этот куриный помет расходиться постепенно. Древесная зола тоже равномерно будет по всей почве расходиться. И к моменту высадки рассады, рассада будет у нас в другом месте и в другой посуде, почва будет готова. Достаточно одного ведра на мешок. Вот такая очень важная тема. Раиса Горяченко поделилась своим секретом подготовки почвосмеси для выращивания раннего картофеля в мешках. Желаю вам удачи, крепкого здоровья!